Здравствуйте, дорогие друзья! Я представляю вам на обозрение инструментальный микроскоп ММИ-2. Посмотрите, какой замечательный микроскоп. Здесь можно сказать только одно, что у микроскопа не хватает осветительного прибора, который вставляется с тыльной стороны микроскопа. Давайте приступим к осмотру микроскопа. Вот мы повернули микроскоп на 1/3 оборота. Прекрасно видим все рычаги управления. Поворачиваем микроскоп еще. Дальше поворачиваем и видим как раз отверстие, куда вставляется осветительный прибор. Вот это отверстие. Вот это отверстие, куда вставляется осветительный прибор, к сожалению, мы не смогли скомплектовать этот микроскоп осветительным прибором. Двигаясь дальше, мы показываем. Давайте посмотрим с этой стороны. Замечательный микроскоп. Двигаемся дальше. Видим мы весь микроскоп. Дальше поворачиваем. Вот мы вернулись в исходное положение. Давайте смотреть, что же мы здесь имеем. Мы здесь имеем написано 50. Вот если посмотреть, мы его вставляем вот сюда. Вот эту плашку мы на 50 вставляем сюда, чтобы было удобно работать. И стол мы двигаем в горизонтальной плоскости вправо налево. Это у нас управление столом вперед и назад. Здесь есть еще угол наклона. Мы тоже можем изменить, если мы будем вертеть вот этот рычаг. Посмотрите. Возвращаем рычаг на место. Все. Вот. У микроскопа сменные объективы. Давайте я вам покажу. Объективы все номерные. Вот сейчас мы отвернем этот объектив и сможем посмотреть, что за объектив у нас стоит. Посмотрите объектив. Объектив номерной. Написано однократно. Номер 807154. Вот. Давайте мы его поставим обратно. Сейчас мы попробуем. Здесь имеется розетка. Попробуем подключить и посмотреть. Чтобы подключить электричество, надо обязательно проверить предохранитель. Если его нет, то поставить сюда. Друзья, мы только что подключили электричество. Мы видим вторую шкалу. Она работает. С микроскопом ММИ-2 был приобретен ZIP. Правда, этот ZIP относится к микроскопу ММЦ. Давайте мы ее откроем, посмотрим, что там находится внутри. Открываем ящик. Видим, что в этом ящике губка стала старой. Отслаивается. Все в масле. Здесь мы видим три объектива и какие-то приборы. Мы это все почистим и потом отдельно снимем. И покажем вам.
Ну что ж, дорогие друзья, вот я почистил зип внутри, убрал губку, которая разрушилась со временем, привел в порядок элементы, удалил часть смазки. И теперь мы можем рассмотреть, что у нас внутри этого зипа находится. Мы видим, значит, три объектива. Вот, сейчас рассмотрим. Вот объектив. Пятикратный. Пожалуйста. Мы можем его рассмотреть. Вот. Дальше мы видим второй объектив. Трехкратный. Вот мы видим объектив трехкратный. И третий объектив у нас 15-кратный. Вот, написано. Вот. Двигаясь дальше, мы видим такие металлические предметы. Для чего, я не могу сказать. Их два. Ну, второй предмет. Они все под одним номером. Нет, к сожалению, они все под разными, вот эти два предмета под разными номерами. 64, 21, 85, 42, 26. Что такое, я не знаю. Не могу сказать. Две струбцинки. Вот такой предмет. Вот предмет. И второй такой же. Если мы посмотрим, они тоже под одним номером. Вот второй предмет, они одинаковые. Вот. И есть вот такая штука. Металлическое, тяжелое. Вот такая штука. Металлическое, тяжелое. Комплектация. Комплектацию я фотографию отдельно укрупню. Поставлю, чтобы вы смогли посмотреть. Так, и что у нас здесь еще осталось? Если мы посмотрим, вот здесь в углу крепеж лежит. Три крепежа таких. В углу лежит крепеж вот такой. Три крепежа. Да, три. И плашки. Эта плашка у нас
на 20. Эта плашка у нас на 25. Здесь написано. Плашка. Плашка на 25. Плашка на 50. И плашка на 75. Ну, вот обзор зипа закончен.